Друзья, рано утром наши источники шоу-бизнеса сообщили всей стране страшную новость. Российская и советская актриса театра и кино Светлана Немоляева сегодня рано утром была найдена на лестничной площадке с серьезной травмой головы. Ее обнаружила ее соседка. Она же вызвала скорую помощь и оказала нашей любимой советской российской актрисе первую медицинскую помощь. Сейчас Светлана Немоляева с серьезной травмой головы находится в 26-й городской больнице города Москвы. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства. Никто не может понять, что же произошло с нашей любимой российской актрисой. Я попрошу, друзья, вашей поддержки. Подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал и следите за нашими новостями. Ведь только так у вас будет возможность каждое утро смотреть наши новости, которые мы делаем только ради вас.